За последнее время от актрисы Яны Поплавской отвернулись многие люди, которых она когда-то считала близкими. А все из-за того, что актриса не боится высказывать мнение и настаивает на своей точке зрения. 54-летняя Яна ответила тем, кто с претензиями отказался с ней общаться. По словам артистки, она не огорчена, а наоборот рада, что ненужные люди наконец ушли из ее жизни. «Отписываются от меня мои заграничные друзья, оставляют на прощание лиричные комментарии. Вызывает это только грустную улыбку, ведь я дружила с ними, невзирая на их статус и положение, несмотря на то, что большинство из них никак не состоялись за границей. Одни работают нянечками, выгуливают чужих собак и собирают за ними какашки, работают прорабами и разнорабочими на стройке и убирают чужие дома. А другие живут на американские пособия в социальном жилье. При этом они высокомерно смотрят на работающих россиян, гордящихся своей родиной. Ну а третьи живут там на деньги, наворованные и отмытые в России. Или на аренду от российских квартир. И лишь единицы из них по-настоящему состоялись. И стали уважаемыми врачами, юристами или актерами», — заявила Яна Поплавская. Также она подчеркнула, что никогда не делила людей по классовой принадлежности и не заглядывала в чужие кошельки. И для нее все были на одном уровне. «Я дружила с вами одинаково, не осуждала и не превозносила ни одного из вас. Ведь это ваше решение — оставить страну, сменить гражданство, стать американцем, немцем или англичанином. Но почему-то мало из вас, кто захотел стать украинцем. Почему-то Украина, за которую у вас так болит душа, вас не прельстила. Почему? Да потому что плюшки слаще, да подаяние богаче. Сейчас вы брыжите слюной, понося Россию. Получается, это двойные стандарты. А вы просто двуличные существа. И зачем мне такие друзья? Я ценю честность, прямолинейность и взвешенность. И терпеть не могу подлости и малодушие», — заключила Яна. Не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, что вы думаете по поводу всей этой истории и ее героях.